Ты, каштанка, насекомое существо. И больше ничего. И супротив человека, ты все равно, что плотник супротив столяра. Любить животных надо уметь. Сколько я знаю людей, которые говорят, как мы любим природу, как мы любим животных, а это просто сентиментальность и слюнтяйство. Купят вот своему сынку щеночка, поедут с ним на дачу, пусенька-пусенька, мусенька-мусенька, шарик-шарик, жучка-жучка, а потом осенью съезжают с дачи и бросают этого щенка. И он остается бездомной собакой. В каждой бездомной собаке виноват человек, который ее обездомил. Конкретный человек. Вот недавно тут на окраине Москвы сносили старые деревянные домики. Ну, хозяева переезжали в хорошие новые квартиры. Снесли такой дом, просто бульдозер приехал и снес все. А в 10 метрах от дома осталась будка, а в будке собака на цепи сторожит. Что сторожит? Пустое место? Себя саму? Будку? Побежали к хозяину, сказали, возьмите собаку. Он говорит, зачем я ее буду брать? Я теперь в квартире, у меня паркет, она будет пачкать. Разве это любовь к животным? Вот письмо. Здравствуйте, уважаемый Сергей Владимирович. Пишет вам Галя Зотова, мне 14 лет. У нас новый микрорайон. Все приводят сюда кошек, а потом выбрасывают ради обычая, что первую в квартиру надо внести кошку. Разве можно так? До свидания, Галя. Вот вы, 30-летние, 40-летние, 50-летние, которые так делали, пусть будет вам стыдно сейчас, вас учит девочка Галя.